Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы записываем, нас просили озвучить Новый Завет с толкованием блаженного Филакта. Это у нас трехтомник вышел, каждый том 752 страницы. И здесь мы раскрасили лучшего иллюстратора Библии, полный лист, без обреза, Гюстава Доре. 230 иллюстраций, полная, самая полная. Здесь у нас все уникальное. И что издан Новый Завет с толкованием, с комментариями, толкование, еще не добавляя свои. И вот посмотрите, сколько красоты. Но работал не один человек. Вот даже раскрасить. Такая мысль у меня пришла, как сделать. С художниками стал советоваться. Была здесь выставка художников на Алтае. Пошел туда знакомиться с ними. Решили так, Гюстава Доре замазать сначала, а потом уже нарисовать как. Здесь мы не потеряли ничего. В электронную версию подсказали. Подсказали. Большую сказать, помощь оказала Евгений Клейменов. Вот видите как. Ветхий Завет, Новый Завет. Тут трудился Дебунов, больше всех Игорь. Он раскрашивал. Я тоже раскрашивал, но забраковали. Почему, не знаю, но я согласился, раз забраковали, значит, начали перекрашивать. И Наталья Приходько и Оля Унагаева, Новый Завет. Они, видите, как выглядит-то. Мы ничего не добавили, а что бы он не сделал, разве сам говорит, а как вы можете? Ну, просто видим, что лучшие люди, первое издание у нас было черно-белое, и даже никто не обращал внимания. А это на нашем сайте стоят все картины, вот эти. Я могу их даже показать, вот это, что мы раскрасили. Любой может брать. Мы что не делаем, все делаем для Господа Бога. И поэтому все у нас открыто. Вот здесь, что у нас здесь? Фото, фото. Вот открыли фото, ранее фотоальбом. А тут что-то, по-моему, не это только. А где у нас тут Библия Златоуст? Гравюры Гюстава Доре, вот они. Вот я открываю сейчас Гюстава Доре, вот они открыты. Любую, наверное, можно открыть. Вот она сама открывается, видите как? По порядку. Вот так. Это вот, когда младенцев убивали. Видите, ну, цветная картина-то оживает сразу. Как можно против быть? Крещение Христа. Ну, Христос стоит на берегу. Вот, ну, католик рисовал-то. Ну, по лодыжке вода. Зачем, где много воды было? Ну, явно, что не так. Ну, прямо только-только ступня закрытая. Так я не знаю, есть ли в Иордании. А Ян вообще не сходит, стоит. И в руках уже крест у него. Ну, есть картины, которые нельзя было воспроизвести, но, видимо, давили на свое католическое. Вот это закрыло я. Теперь дальше вот смотрим. Смотри, сколько. Вот идет, допустим. Сразу открывается. Картину ткнешь, она бы довольно большая делается. Не знаю, на нее влияет. Нет, это на нее не срабатывает. Вот так. Здесь есть такие картины, смотришь и диву даешься. Сколько труда положено их. Вот в Ветхом Завете, Новый Завет, по-моему, Ветхий Завет. Гравюра. Гравюра Гюстава Доре, Ветхий Завет. Почему-то она не открывается. Нет, вот открывается. Открывается Ветхий Завет. Вот где-то здесь сидит в доме фараона они пришли. Тут какая-то картина, надо посмотреть, где это такая. Я посмотрел один раз и удивился, сколько здесь красок разных. Прямо удивительно. Ну, вроде бы не видно здесь или нет, не видно, не знаю. Там дворец на пилястрах, все какие рисунки, все это цветное, красиво выглядит. Ну, что тут сказать. Ага, вот оно где. Нашел. Вот он, смотрите как. А это не это. Вот как заходят здесь. Ну, вот это вот похоже. Видите, как украшено. Каждая пилястра. Сколько здесь положено. Это в электронном виде раскраска шла. Тут движения должны быть очень точные. Также помазок, как будто бы ты
видите, колонны какие, как все оживотворилось. Даже с черно-белым не приходится даже близко сравнивать. Черно-белое делали, никто внимания не обратил, а это сразу. Ну, берут журналы, где кому надо, мы смотрим тут. Если краски все сходятся, значит наша. По отдельности некоторые картинки были. Вот посмотри, какое обилие красок везде. Это вот у нас трехтомник. По одному из них сейчас мы начинаем второй том смотреть и насчитывать. Давай, пошли. Вот, номер 16. Крепко заклада несколько бумажек. Так. Послание к римлянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Толкование блаженного Феофилакта. Начал с того, что доставляет большие блага, и сказав, что правда Божия открывается через благовестие, употребляя теперь выражения, которые могут устрашить, ибо знал, что большая часть людей привлекается к добродетели страхом. Так и Господь Иисус, говоря о царстве, говорит и о гиене. И пророки сначала предлагают обетование, а потом угрозы. Ибо первое есть дело, предваряющее воле Божией, а последнее – следствие нашего нерадения. Обрати внимание на порядок речи. «Пришел, — говорит Христос, — и принес тебе оправдание и прощение. Если не примешь их, то открывается гнев Божий с неба, очевидно, во время второго пришествия. И теперь мы испытываем гнев Божий, но к исправлению, а тогда только к наказанию. И теперь мы во многом думаем видеть обиду от людей, а тогда ясно будет, что наказание от Бога на всякое нечестие. Истинное служение и благочестие одно, а нечестие многообразно. Поэтому и сказал: всякое нечестие, так как оно имеет много путей, и неправду человеков, нечестие и неправда не одно и то же. То бывает против Бога, а это против людей. И притом первое есть грех созерцательный, а последнее деятельный. И неправда имеет много путей, ибо ближнего обижает кто-нибудь или в имении, или в жене, или в чести. Впрочем, некоторые утверждают, что Павел и под неправдой разумеет учение. А что значит «подавляющих истину неправдою выслушай»? Истина или ведение о Боге вложено в людей при самом рождении их. Но эту истину и ведение язычники подавляли неправдой, то есть оскорбили, поступая против сообщенного им, приписав славу Божию идолам. Представь человека, получившего деньги для издержек на славу царя. Если бы он издержал их на воров и блудниц, то по справедливости был бы назван оскорбителем славы царя. Так и язычники подавляли неправдой, то есть скрыли и несправедливо затмили славу Бога и ведение о нем, употребив их не так, как следовало употребить. Послание к римлянам, 1 глава, 19-21 стихи. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце? Толкование Феофилакта. Выше сказал, что язычники оскорбили ведение о Боге, употребив его не так, как следовало. Из чего же видно, что они имели это ведение? Об этом говорит теперь. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Затем и это доказывает, говоря, что о Создателе возвещают благоустройство творений. Как и Давид говорит: «Небеса проповедуют славу Божию». Псалом 18, стих 1. А что именно можно знать о Боге, познай из следующего. О Боге иного нельзя знать, именно сущности Его. А иное можно знать. Это все относящееся к сущности, то есть благость, мудрость, сила, божественность или величество, что и называет Павел невидимым Его, но через рассматривание тварей видимых.
Таким образом, апостол показал язычникам, что можно знать о Боге, то есть все, касающегося Его сущности, что для чувственных очей невидимо, но умом может быть познано из благоустройства творений. Некоторые под невидимым разумеют здесь ангелов. Но такое разумение, по моему мнению, неверно. Один же из отцов высказал, что вечная сила есть Сын, а Божество – Дух Святой, так что они безответны. Так оказалось на деле. Бог сотворил мир не для того, чтобы они были безответны, но так случилось на деле. Заметь эту особенность Писания и не порицай ее. В нем во многих местах встречаются такие выражения для объяснения, которых надобно отыскивать причину упоминаемого в нем в опыте. Так Давид говорит: «И лукавый пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем». Псалом 50, стих 6. Выражение это кажется странным, но оно не таково. В нем высказывается следующее: «Облагодетельствованный тобой, Господи, паче всякого чаяния, я согрешил пред тобою. От этого и произошло, что если ты предъявишь свои права против меня на суде, то победишь». Значит, Бог оправдывается из действий наших, когда мы оказываемся неблагодарными к Нему за полученное от Него благодеяние и не имеем ничего в извинении себя. Не имеют, значит, никакого извинения и язычники, ибо они, познав Бога из творения, не прославили Его как должно, но подобающее Ему почитание воздали идолам. Это есть книга неканоническая «Премудрость Соломона». Там это подробно раскрывается. Познавали, стали поклоняться ветру, солнцу, звездам. Если познали творение, как оно премудро устроено, все целесообразно, как не познали Творца, ну, какой бы ни был прекрасный труд чей-то, но из труда легко сделать заключение. Вот компьютер изобрели, но какой же сам-то человек? Компьютер – это одно, но тот-то человек выше Творец, так и Бог. Я когда первый раз прочитал, ну, человеки сколько находятся? Считают там, допустим, 320, кажется, миллиардов клеток. Ну, кто их считал? Так предположительно только. Раньше-то компьютеров не было, а были электронные лампы. Были приемники, там лампы. И вот, говорит, 10 клеток нервных в человеке выполняют ту же роль, которую выполняет примерно трехэтажное здание, наполненное аппаратурой. Вот этот химический процесс, как происходит, человеку никогда это даже не объяснить, ничего нельзя. Вот говоришь, язык вовремя, на язык попадает мысль, и мы говорим, и он согнется, и нужное слово выпустит. И ты знаешь вперед, что сказать. А когда бьются, с какой скоростью? Это надо, чтобы поступил сигнал. Мы даже не задумываемся об этом, когда едим, что слюна как вырабатывается, желудочный сок. Вот. Ребенка уговариваешь, когда сходи на горшок, там он никак. И, наконец, что-то у него где-то, там же не выключатель какой-то. Он маленький, но уже начинает соображать и расслабляет какие-то мышцы. И происходит все, что требуется. Как это? Так это только брать такое. А когда показывает зачатие человека, ужас просто невероятный. Каждое животное, каждая птичка, цвет ее, пение, питание, размножение, как скрывается. Все заранее заложено по образу и подобию. Не надо ничего видеть, поэтому люди безответны. То есть здесь еще могут они мычать, разные ярославские, левокосил тебя, может еще что-то подкосить по пьяному виду. Но как Монтень говорил, философ, что и отрицать Бога под звездным небом или у гроба ближнего человека могут только совершенно одержимые люди или идиоты. Там другое слово стоит. Вот и все. Ненормальный. Как можно отрицать? Откуда? Считать, что звездочка на расстоянии 2 километра здесь или как? Умом-то человек постигает это все. Как это? И вот поэтому они безответны. И называя себя мудрыми, обезумели. Римлянам 1 глава, 22 стих. Называя себя мудрыми, обезумели. Толкование. Представляет причину, по которой они впали в такое безумие. Во всем, говорит, положились на свои умствования. И желая найти неописуемого в образах и бестелесного в телах,
оказались безуспешными, не могущими достигнуть цели посредством умствований. Вот это умствование особенно свойственно людям нецерковным. Вот сектант какой-то в 21 веке, и ни одного святого отца не считал. А вот я думаю так, мне кажется, и твердо стоит на этом. Да до тебя 2000 лет шла церковь, какие были люди божественные, как они жили. Ну неужели твоя жизнь и жизнь Иоанна Златоуста одинаково? Ничего не понимает человек. Ты себя сначала приведи в нужный порядок. Глаза, выхотились от жира, глаза их, бродят помыслы в сердце, злобно разглашают клевету, говорят свысока. 72-й псалом, маленько-то, как у Иуды написано, без страха уточняют себя, утробы одни. А как может толстая утроба, говорит, родить тонкие мысли? Никак. И поэтому надо прислушиваться, что нам сказали святые отцы, как истолковали, как одно место с другим сочленяется, сколько здесь мудрости. А секты, ереси рождаются от самомнения, высокоумия. Он что-то знает, называем себя мудрыми, обезумели. Как второе место где-то взял, ему надо спорить, он не может его совместить. Перевод неправильно сделанный. Как неправильный? С чего ты решил, что ты что берешь правильно, а другое неправильно? А вот свой перевод сделаем. Перевод, то есть перевести. Как есть в народе, говорят, да, добро в дерьмо. Вот это могут перевести, то есть испортить. У этого слова есть несколько значений. Как слово придумали, окормлять. Окормлять, то есть перекармливать, отравлять. Откройте словарь Ожегова Сергея Ивановича. Римлянам 1 глава, 23 стих. Толкование. Представляет причину, по которой они впали в такое безумие. Во всем, говорит, положились на свое умствование, и, желая найти неописуемого в образах и бестелесного в телах, оказались безуспешными, не могущими достигнуть цели посредством умствований. Неразумным называют сердце их потому, что они не хотели познавать. Все верно. Что у тебя? Не хотели познавать все верою. Да. Отчего же дошли они до такого заблуждения, что во все положились на свое умствование? Да. Ответ: от того, что воображали себя мудрыми, почему и обезумели. Ибо если что, безумнее поклонение камням и деревьям. 1 глава, 23 стих. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Толкование. Изменяющий прежде, нежели изменить, имеет у себя нечто другое. Имели, значит, и они видение, но погубили оное. И пожелав иметь нечто другое вместо того, что имели, потеряли и то, что имели. Воздали же славу нетленного Бога не человеку, но образу тленного человека. И что хуже этого, не зашли до пресмыкающихся, даже до их образов. До такой степени обезумели они. Познание, какое надлежало иметь о существе, без сравнения превосходящим все, они приложили к предмету, без сравнения презреннейшему всего. А слава Божия составляет то, чтобы познавать, что Бог все сотворил, обо всем промышляет и прочее приличное ему. Кто же именно погрешил в сказанном? Мудрейшие, египтяне, ибо они почитали даже изображение пресмыкающихся. Римлянам 1 глава, 24-25 стихи. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Толкование. Слово «предал» употреблено вместо «попустил». Подобно тому, как врач, пользующий больного, видя, что он не брежет о диете и не слушается его, придает его в большую болезнь, то есть оставляет его и попускает ему следовать собственной воле и таким образом не освобождаться от болезни. Некоторые, впрочем, выражение «предал их Бога» разумели так: «предал их обиде и дерзости», причиненными ими Богу, подобно тому, как говорим: «такого-то погубили деньги», тогда как деньги не губят, но злоупотребление ими. Или
Саула развратило царство, то есть злоупотребление царством. Итак, язычники преданы нечистоте по собственным непотребствам. Так что не было надобности в других, которые бы оскорбляли их, но они сами причинили себе оскорбление. Ибо таковы нечистые страсти те. За что же преданы они нечистоте? За то, что оскорбили Бога. Ибо кто не хочет знать Бога, тот тотчас развращается и в нравственности, как и Давид говорит: «Сказал безумец, в сердце своем нет Бога». Потом: «Они развратились и совершили гнусные дела». Псалом 13, стих 1. «Они изменили то, что поистине принадлежало Богу, и приложили это к ложным богам. Поклонялись, поставлено вместо, воздавали честь. И служили вместо, оказывали служение делами. Ибо это означает честь, оказываемую на деле». Не просто сказал: «Поклонялись и служили твари», но вместо Творца, увеличивая вину сравнением. Несмотря на то, говорит: «Бог благословен вовеки», то есть немало не потерпел вреда от того, что они оскорбили Его. То есть благословен вовеки, непоколебимо и несомненно. Ибо это значит «Аминь». Римлянам 1 глава 26-27 стихи. «Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное потребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное потребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Толкование. Опять говорит, что Бог предал их страстям, потому что они служили твари. Как в учении о Боге они развратились, оставив руководство творения, так и в жизни сделались гнусны, оставив удовольствие естественное, которое всего удобнее и приятнее, и предавшись удовольствию противоестественному, которое всего затруднительнее и неприятнее. Это значит слово «заменили», которое показывает, что они оставили то, что имели, и избрали иное. Итак, великим обвинителем того и другого пола представляет природу, к которой они приступили. Высказав сокровенно о женщинах нечто постыдное и такое, что непристойно высказать ясно, говорит и о мужчинах, что они разжигались похотью друг на друга, показывая, что они предались сладострастию и неистовой любви. Не сказал же «вожделение делая», но «срам», показывая, что они поругали природу, а разжигались похотью, сказал с той целью, чтобы кто не подумал, будто болезнью их было одно вожделение. Делая срам, то есть ревностно предавались нечистоте, совершая ее на самом деле, и получали возмездие за отступление от Бога и идолопоклонническое заблуждение в этом самом сраме и в этом самом удовольствии, имея в нем, как противоестественном и полном нечистоты, наказание для себя. А говорит это Павел потому, что нельзя еще было убедить их в существовании гиены. Если, говорит, не веришь учению гиене, то верь тому, что наказание для них заключается в самой нечистой деятельности. Ну вот, что Господь сжег целые города, а не просто провалился в преисподнюю. Это было с Содомом. Неистовый город. И как это противоестественно, гнусно, трудно даже представить, что никогда не было так, чтобы прямо утверждали законом государственным, почему приближается время оправдания Божие. Как было в одни Ноя, скажем, как было в одни Содома. Вот что они делали, и сейчас везде эти гей-парады называют и прочее, ну, и заменяют какие слова. Тут как-то выступал Жириновский и говорит, вот говорят, там какая она львица светская. Он не львица, говорит, светская, а на букву Б женщин называет этих. Так и здесь. Не как содомиты, содомский грех. Это определение есть. Мужеложество, это тоже есть. Это в канонах сказано. Но если такое, что это приравняется там к убийству, к извращению, скотоложество, зоофил своих, куда идет. Но так, чтобы нагло
все это государственный закон, в школах преподавали это извращение. Это означает, мир полностью созрел для того, чтобы быть пожатой пшеницей и плевелы. Плевелы созрели, и будет жатва, и это все закончится. Ну почему не проповедуют о мужеложестве у мусульман? 2 миллиарда все-таки. За 1300 лет ни одного мужеложника. Но встречались только на один раз. И сразу с ними поканчивали. А в Израиле точно так же. Смертная казнь была. А в Новом Завете? В Новом Завете у христиан нет казни этой. Но если Петимия, если это был христианин и сделал такое, там 18 лет отучается. Каноны надо знать где-то. Не справляется, значит, за пределами церкви. Его нечестивцы даже... Вот считаешь, Юстинианова декретали, они входили в книгу правил. Определенно, доказано было, что он совокуплялся мужчина с мужчиной. Ну а что делать? Очень просто. Государственный закон. Его сразу кастрировали и отрезали член. Вообще. Дальше клеймили железом лоб, чтобы до кости прошло у него. И в рудники... В самую глубину, и оттуда только тележку угля мог подкатывать, близко к выходу. Света не должен был видеть уже никогда. Никакой амнистии, ни писем, ничего не было. И было, государство христианское, не убивали их. Но этого уже не было. Все знали, что это такое. А сегодня прямо поощряют. И я слышал даже такое, что когда рукополагает есть священник, если такой гомик, епископ православный, патриархийный. Это мне рассказывал не кто-то, а благочинный края. Если знать, что он не гомосексуалист, его даже не поставят священники. Отбор по этому признаку идет. Утверждать не могу, но похоже очень сильно. Есть такие епархии. В ужасное время живем. Только заодно это уже земля готова быть сожженной. Послание к римлянам, 1 глава, 28 стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Толкование. Вот в третий раз повторяет ту же мысль и употребляет то же слово, говоря «предал». Причиной того, что они оставлены Богом, везде представляет нечестие людей, как и теперь поступает. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их страсти. Оскорбление, говорит, причиненное ими Богу, было не грехом неведения, но намеренным. Ибо не сказал, поскольку не познали, но говорит, и как они не заботились. То есть решили не иметь Бога в разуме и добровольно избрали нечестие. Значит, грехи их суть грехи не по плоти, как утверждают некоторые еретики, но неправильных суждений. Сначала они отвергли познание Бога, а потом уже Бог попустил им вдаться в превратный ум. Чтобы лучше истолковать выражение «предал их Бог», некоторые из отцов воспользовались прекрасным примером. Они рассуждают, когда кто-нибудь, не желая видеть солнце, закрывает глаза и потом падает в яму, мы говорим, что не солнце, которого он не видит, ввергло его в яму, что человек упал в яму не от того, будто солнце ввергло его туда в сердцах, но от того, что оно не осветило его глаз. А почему оно не осветило его глаз? Потому что он закрыл глаза. Так и Бог предал их постыдным страстям. Почему? Потому что люди не познали его. А они почему не познали его? Потому что не рассудили и не решили познать его. Римлянам 1 глава 29-31 стихи. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Толкование. Заметь, как усиливает речь, называет их исполненными и притом всякой неправды, то есть достигшими крайней степени всякого порока. Потом исчисляет и виды порока. Блуда. Именем блуда обозначает вообще всякую нечистоту. Лукавство. Это коварство против ближнего. Корыстолюбие. Это вожделение имений. Злобы – это злопамятство.
исполненных зависти, убийства. Убийство всегда происходит от зависти. Так Авель убит по зависти. И Иосифа хотели убить по зависти же. Распри, обмана. От зависти происходит и распри, и обман на погибель тому, кому завидуют. Злонравие. Глубоко скрытая злоба, забытая по какой-то доброте. Злоречивы. Тайные наушники. Клеветники. Явные поносители. Богоненавистники. Ненавидящие Бога или ненавидимые Богом. Обидчики, самохвалы, горды. Восходят к твердыне зол. Ибо если гордящийся добрым делом губит его гордостью, то во сколько более губит он его, когда делает зло. Такой человек не способен раскаяться. Знай же, что величавость есть презрение Бога, а гордость – презрение людей, от которого рождается оскорбление. Ибо презирающий людей оскорбляет и попирает всех. Гордость по природе предшествует оскорблению. Но нам сначала становится явным оскорбление, а потом уже делается известную мать его – гордость. Изобретательны на зло. Ибо недовольствовались сделанным прежде злом, откуда опять видно, что грешили не по увлечению, но намеренно и по собственному расположению, непослушно родителям, и против самой природы, говорит, восстали, безрассудны и справедливо, и помогли ли понять что-нибудь те, которые не слушались родителей, вероломны, то есть неустойчивы в договорах, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Корень всех зол есть самое охлаждение любви. Ибо отсюда происходит, что один с другим не мирится. Один сказал, один другого не любит, один другого не милует. Об этом и Христос сказал, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих. Сама природа соединяет нас друг с другом, как и прочих животных, но люди не поняли этого. Римлянам 1 глава 32 стих. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Толкование. Доказав, что язычники исполнились всякого порока от того, что не захотели познать Бога, теперь доказывает, что они не заслуживают извинения. Они не могут сказать: «Мы не знали добра, ибо знали, что Бог правосуден». Значит, они делают зло добровольно, и что еще хуже, одобряют делающих оное, то есть покровительствуют злу. Какова и болезнь неисцелима. Все.